Здравствуйте, вы смотрите информационный еженедельник «6 дней плюс». В студии Жанна Набок. В 2001 году вышел первый выпуск новостей на телеканале ОТВ. На тот момент в съемочном павильоне было две камеры, один суфлер, четыре телевизионных журналистских комплектов и два комплекта света. Проба пера состоялась успешно. Именно тогда телезрители увидели первую программу «Новости». Стремительный 21 век диктует нам всегда быть в форме. Задача ведущих была такая – рассказать зрителям о том, что происходит в Одинцовском, тогда еще районе, понятным и простым языком. Ведь два десятилетия назад не было ни городских соцсетей, ни телеграм-каналов. В студии Алексей Лагутин. Вот основные темы. Вы смотрите информационный выпуск «6 дней». В студии Севилья Бахрамова. Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин посетил Лекинскую школу. Совсем скоро у новостей появился свой язык и взгляд на то, что происходит у нас в округе. И все это благодаря корреспондентам, операторам, режиссерам монтажа и всем, кто был задействован в съемочном процессе. В городском поселении Голицыно продолжаются работы по благоустройству новой рекреационной зоны. Шаг за шагом каждый ведущий телеканала открывал Одинцово с новой стороны, узнавал его исторические места, а еще учился быть ближе к людям. В своих сюжетах корреспонденты раскрывали и освещали проблемы горожан. Конечно, и сам облик города за это время менялся. И в новостях ОТВ всегда показывали эти важные изменения и преобразования. К концу 2019 года в эксплуатацию планируют ввести новый корпус Одинцовской центральной районной больницы. Сегодня о самых знаковых событиях в Одинцовском округе зрителям рассказывают Наталья Гончарова и Ольга Дмитриева. А с новостями региона знакомит Елена Краева. Помимо ежедневных выпусков по воскресеньям выходят информационные итоги недели, куда входят самые интересные материалы корреспондентов ОТВ. 21 год в эфире – ежедневный отчет о самых интересных и важных событиях в округе. За эти годы сформировался большой и дружный коллектив телеканала, который всегда был и остается на передовой. И всех их объединяет одно – стремление показать жителям все о жизни любимого округа. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово». С днем рождения вас, дорогие друзья! Будьте счастливы, будьте с нами, смотрите нас всегда. И, конечно же, дорогие друзья, дорогие коллеги, с праздником вас!